Вдовец Долин тоскует по своей погибшей жене. Он посещает медиум, но вместо покойной жены на связь выходит некая Карина. Девушка когда-то обнаружили мертвой в грузовом контейнере в порту. Долин проникается судьбой Карины, которая погибла в страшных мучениях. Он обманом подключает ОВНП к расследованию. В итоге это расследование ставит под угрозу само существование отдела.